Тут еще более бешеные иксы. Зайди по ссылке и убедись. CSGORAN уляля, что за сайт? Вы фанат, видимо, да? Кто? А вот, передали. Так и есть. Да, это все благодаря ей. Я просто случайно встретился с Сабиной, и она такая: погнали. Погнали. Ну, слушай, Антон сейчас рассказал о том, что ты не впервые, значит, ты знаком с Fidgetal историей. Поделись впечатлениями. Как оно было в первый раз у тебя? И где было? Что было? Первый раз буквально недавно я приезжал на гонки, где мы катались на картинге, потом в симуляторе в Assetto Corsa и гонялись вместе с профессиональными гонщиками Формулы-1. И вот это было очень круто, и с того момента я, когда меня приглашают сюда, сразу говорю: погнали. Вот. А здесь еще добавились зрители живые, которые поднимают атмосферу на новый уровень, потому что там не получилось, по всей видимости, добавить зрительский зал. Вот. И здесь еще более круто. Мне дали походить где только можно. Я все посмотрел, все изучил. Очень круто. А в каких дисциплинах ты бы себя еще мог представить в Fidgetal играх? Опять же, их очень много, 16 дисциплин. Да, блин, меня все называют типа самым стильным стримером, и мне что-то приелось, то, что я в какое-то время выигрывал во всех видах спорта и видео. Вот, поэтому как будто можно везде, но очень интересно в КС. Давай пофантазируем, против кого и с кем бы ты хотел как раз-таки составить свою Fidgetal-команду, чтобы вот в КС, возможно, поиграть? Конор Макгрегор. Ну, а из более реальных? Да не знаю. Ну, какие-то твои друзья, блогеры, опять же, может быть, профессиональные спортсмены, может быть, те уже, кто есть, Антон подскажет, уже Fidgetal Team. Ну, мы в новостях смотрели, сейчас можно на Казбека. Кстати, Антон, это тоже для вас хорошее будет развитие. Может быть, Казбека подтянем? Обязательно. Fidgetal Team. Вот этот значок можно будет ему с удовольствием передать. А сегодня по матчу как настроение? Вот ты впервые увидел Fidgetal хоккей. Если перед игрой ты мне пока еще не мог ничего такого поделиться впечатлениями, то сейчас. Все очень круто, все очень понравилось. И спасибо большое организаторам, которые разрешили мне гулять, смотреть со всех сторон. И я убедился в том, что смотреть игры вживую очень круто. И трансляция, которая здесь идет, она передает практически те эмоции, которые ты испытываешь, когда находишься на стадионе, потому что много ракурсов, все так активно, плюс добавляется еще и киберспорт, который тоже многие любят и следят. Поэтому... кайф. За все это безумное сумасшествие, конечно же, большое спасибо Антону Карри, генеральному директору игр будущего, ну и, конечно же, большой команде, которая над этим работает. У нас впереди третий период финала, физический период, и там еще все далеко не ясно. Продолжаем. Вперед на Йобский космос. Погнали смотреть финал. Саша Парагеч, официальный член команды Fidgetal Team.